Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас пикап. Я уже забыл, когда в последний раз я снимал игрушку эту. Блин, столько времени прошло, потому что не было обнов, не было вообще что снять об этой игре. Потому что все, что было, я уже снял, да? И потом просто-напросто игра была в тишине. Но сегодня я написал разработчику, с ним пообщался. Покажу скриншоты, что он написал. Ну и также вот в комментариях мне писали, типа, КВМ, там обнова в пикап, давай быстрее снимай, давай снимай. Но на самом деле обнова-то не с контентом, там просто добавили поддержку новых андроидов. Но заметливые подписчики кое-что заметили новое. Это, получается, решетка. Вот она, корзинка на нашем мопеде. Я даже не понимаю, как мы с вами раньше пользовались без этой корзинки, потому что с этой корзинкой все стало еще лучше, легче. Блин, туда закинул запчасти и поехал. Я также, конечно же, спросил у разработчика, а что это, типа, ну, за корзинка? Может быть, что-то еще есть новое? Но разработчик сказал, что чтобы перейти на нормальную версию, да, ну, на эту, чтобы она поддерживала все андроиды, надо было найти чистую версию. Он покопался там в своих файлах и нашел, получается, проект, где была эта корзинка, и как бы и решил ее оставить. Я смотрел, и также разработчик говорит, что здесь больше нету ничего нового, кроме этой корзинки. Но кто-то писал, что там в настройках изменили графику, а точнее настройки по графике, но это, ребята, все было. Блин, ну корзинка — это тема, да? Я даже чуть-чуть разучился кататься, совсем не то. Ну, вы сами подумайте, когда я в последний раз играл в эту игру. Я, конечно же, уже позабыл многое. Блин, ну корзинка — это тема. Покажу по порядочку вам скриншоты, чтобы вы понимали, о чем вообще речь. Я комментировать это не буду, потому что смысл здесь комментировать, потому что тут на этих скриншотах все понятно. Это реально писал разработчик. Так что, о, так вот, антифриз закинул и поехал кататься. Не, ну бомба, да? Вот вы представьте, мы такой мелочи, как корзинка, уже радуемся, потому что игра очень крутая, да? Многие ее знают, многие играют по-прежнему, даже несмотря на то, что обнов нету. Ну и тут бац, мы видим новый контент, а корзинка, и такие, вау, обнова вышла, ура, 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 качаем. Но, 100%, ребята, я уверяю, и разработчик говорит, что обновы жирненькие, хорошие, они будут. Просто нужно подождать. Надеюсь, что в этом году мы с вами наконец-то это увидим. Ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч и пока.